Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов в Москве принял участие в Гайдаровском форуме. В его рамках прошла встреча с вице-президентом Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии Филиппом Леуэру. Главе республики представили нового директора российского отделения банка Михаила Рутовски. Рустам Миниханов поблагодарил за плодотворное сотрудничество и выразил надежду на его расширение. Он также выступил в пленарном заседании с докладом о задачах развития Татарстана, подчеркнув, что оно невозможно без серьезного кадрового потенциала. Для его увеличения в Татарстане принята стратегия реформы образования. Мы приняли свою программу реформы образования. Один из больших блоков этой реформы – это электронная школа. Учителя, включая все виды предметов, имеют ноутбуки, это свыше 40 тысяч. Обновили компьютерный парк, значит, каждая школа имеет свои сайты, значит, и доступ в интернет. В этом году вообще школа, которая имеет более 300 учеников, полностью будут обеспечены оптиковолокном, то есть будет работать более эффективно.